Первая мафия меня вообще поражает, как они любят, короче, свою машину бросать. Догоняйте, месьехи! Главное, чтобы их не сбили. Мент! Пошел ты! Вот, смотри, братишки-то работают. Фига он там дрифтует, эй, Вася! Давай, давай! Бах, нахрен! Ой-ой-ой, бегите быстрее, там трамвай! Трамвайчиков они вообще боятся. Фига там орава бегит. Шабол, да нахрен. Бежим нафиг, там трамвай. А я! Твою мать! Я вообще красавчик. Сам же попал в этот гребаный трамвай. Короче, чуваки, моя банда снова в сборе. А еще они, короче, могут попасть по гангстеру, и гангстер начинает их атаковать. Интересненько. И копы могут их повязать. Копы на них реагируют. Это как бы вообще не очень хорошо. Так. Эу, пойдемте дальше исследовать местность. Я хочу сгонять в Чайнатаун, посмотреть, что же у нас есть интересного там. Там по-любому тоже должны быть какие-нибудь телохранители. Типа там может быть какой-нибудь Биф. Потому что, судя по всему, здесь практически все персонажи присутствуют в этом. О, он бегут, бегут, шайка. Причем все так бегут по ровной линии. Эй, где вы? Главное, чтобы по трамвай не попасться ни мне, ни им. Жалко мне моих чуваков, их надо каждый раз надо бегать собирать, только если сохраняться. А сохраняться, я так понял, здесь только в бара Сальери, что ли, можно. Еще тут, правда, было написано в описании, что телефонные будки около стоянок. Но я вон около той стоянки две телефонных будки оббежал, что-то там сохранится. У меня, короче, не получилось. Мент! Ты что такой? Блин, у меня мышка залагала, представляете, ОШП. Я такой в него только прицелился, и мышка затроила. Сучи потроха? Кого-то не хватает вроде бы. Или все? Там кто-то еще бежит. Ральфи, как обычно, чертоган последний. Отстал. Погнали в центр. Посмотрим, что у нас здесь интересно. Во, как... А, тут у нас Биф. Стоит Биф. Ну, его наверняка можно позвать как телохранителя. Конечно. Так, давайте ждем тогда дальше нашу Шаболду. Здрасте. Просто чтобы никого не потерять, мы чуть-чуть их подождем. Что здесь у нас еще есть? Пойдем заглянем в переулочки. В переулках вроде как ходят обычные люди. Вам так не кажется? Там мент. О, увидел. Пойдемте быстрее, не обращайте внимания. Блин, они не могут не обращать внимания. Там опять Виви, Чайнатаун. Сучи потроха. Кореша! Слушай, первый мод реально, в котором я вижу такое огромное количество телохранителей. Причем, как бы, интересно, для чего? Я слышал, что здесь есть какие-то банды, судя из его описания. Тут даже есть какие-то миссии, где надо спасти Сару, Сэма, кого-то там еще надо спасти. Вот, но каким образом и где? Судя по всему... Да, блин, Поля, ты что, слепой, что ли? Не мог машину оббежать. Но каким образом это происходит, я хрен его знает. Где-то надо, получается, искать, как там, в Life Bars мод, где приходилось тоже там самому бегать, узнавать, чё кого. Ну, там были герои, ой, персонажи, которые давали какие-то определенные задания. Здесь этого пока нету. И это все таки как-никак, по-моему, первая его модификация, которую он сделал. Так-то красавчик. Чё вы стреляете? Твою мать, там машина на рогах стоит! Ой, дяденька, здравствуйте. Твою мать! Это чё за бодяга, чё за дичь? Кто вы такие, месье? Почему у тебя машина... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Вася! Тетя китайская, да иди нахрен, пожалуйста! Кто в меня так попадает? Куда он делся? Стреляй сюда! Пошел ты! Ёпти, ты посмотри, короче, что за дичь? Вот этого я не ожидал! А где, подожди, мои кореша? Вы понимаете, меня тут как бы наваливают, по-нормальному так наваливают. Хелп мне нахрен! Так, там, короче, судя по всему, я нарвался на одну из банд, про которую писалось в описании. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Давайте, короче, поосторожней, пожалуйста, что-то у меня здоровье-то не без... Китаец! Чё такой странный? Смотри, как он ходит! Опа! Опа! Ха-ха-ха! Как ты это делаешь? О, сейчас нормально пошел. Ни хрена у тебя какая обувь огромная. Ни хрена он сначала передвигался как забавненько. Там машина на рогах стоит, охренеть! Бах по башке! Антоха! Хелп мне нахрен!
Пошел ты, лобок! Так, чуть-чуть восстанавливаем все здоровье. А тебе, ублюдок с дробовиком, не смей с обреза Ральфу в жопу стрелять, ублюдок. За Ральфа и двор стреляем в упор. Мент, добрый вечер. А кто тут свой? Блин, тут можешь запутаться. Полицейский, ты меня не видишь, что ли, а? Мент, ты меня не видишь, что ли? Ты что такой слепой? Да повернись из жопа. А это кто? Это, помни, мой лобок. О, мы в розыске, смотрите, пацаны, все, на зону сейчас пойдем всей толпой. Кого первого долбить будем? Мент! Пошел ты! Опа! Вот это, конечно, странно, тут банда просто любит машины на козла ставить. Ну не на козла, даже как-то сказать, раком ставить машины, я не знаю, как это описать, блинский. Ой, мент с дробашом! О, братишек своих сбили. Ой-ой, спасибо, спасибо, благодарствую нахрен. Пошел ты! Короче, чуваки, на зону нам не попасть, к сожалению. Так, ну и что, ради чего мы... О, вот ради чего мы старались. Я смотрел, там из описания было написано, что DC Сэма надо спасать. Оказывается, это вот каким образом спасается Сэм. Так, ну мы, короче, значит, спасли Сэма, короче, у нас банди Сэм. Теперь бы взять автомат. У меня очень мало патрон. Мюсье. Будьте так любезны, дай свой сраный Томпсон. Перезарядимся. Еще раз, пожалуйста. А, кстати, он что-то писал про неограниченную дальность прорисовки, так почему-то пока ее не ощущаю. Вроде как все ограничено. Вот сраный обрез, кстати, он вообще не нужен. Я не знаю, зачем нам нужен обрез, если у меня есть офигенный дробаш. Помповое ружье. Так что-то патронов мало, эти ублюдки, мне все патроны потратили. Во, ну иначе случился у нас первый замес, собственно, на котором мы победили и спасли нашего друга Сэмми. Такие дела. Так, а следующее, что я помню из... Опа! Вы видели это? Тихо! Там стоит на островке какая-то дичь творится. Там какие-то ублюдки. Бежим туда. Судя по всему, это очередной замес. Быстрее, сука, еще толкать приходится эти чертовы автомобильки. Вот единственное, что, судя по всему, этот модик в одну часть я не смогу запихнуть, придется его пилить. Потому что здесь, судя по всему, много чего. Зашибись, вот это я подлечился в больнице в сраной. Нахрен ты вообще нужна, я не понимаю, нифига. Было такое, знаешь, что 25 палок, полечился, стало сотка. Это знаешь, ты приходишь в больницу, чуть ты чересчур здоровый, ублюдок, и бах, тебе там нахлобучили. И здоровье отняли. Ну, шикарно. Где мои компаньоны? Вон они бегут. Ох, это спокойная музычка в мафии. Можете сделать погромче. Правда, я, конечно, боюсь, что Ютапчик ее услышит. Если Ютапчик ее услышит, будет нехорошо. Ютапчик любит такую музычку. Так, мюсье, мне нужен бы полный автомат. Куда я пошел? Ой! Как его вообще не смутило, что кто-то рядышком сзади с дробовика стрелял. Так, дядя, можешь взять себе на память. О, бегут, бегут, бегут. Мелкая тоже бежит. Все на месте, да? Все, давай на раз-два рассчитайся и погнали. Нам тут недалеко. Здрасте. Блин, подожди, мусорка гребаная помешала моей шаболде бессмертной, убойной, убийственной. Она сейчас как волна прокатится и сотрет всех этих ублюдков с лица земли. Где они? Только дождаться бы их. Сейчас, подождите. Капец, они как бегают, как будто бы, знаешь, там... Мама, папа, я, спортивная семья, мать твою, блин. Добрый день. У вас тут какой-то митинг или кто? Ой! Судя по всему, такси митинг. Здрасте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пошел ты! Ты вплотную из дробовика... Нифига, он, кстати, живучий. Я в него очередь высадил, гребаный стол. О, водичку бы не сигануть, кстати. Так, давай-ка... Ого! Хрена тут это орёт? Забавненько. Гангстер, не обращай внимания, не обессудь. Это приключение Тома. Это каждый день такая дичь у него происходит. Ты не обессудь, ладно? Он идет, право, смотрит. Можешь помочь, если хочешь, Вася. Так, посмотрел. Что за говно тут ползает, как будто бы. Так. Ну да, у нас тут, смотри, какой-то митинг. Чё? Чё ты сказал? Я тебя достану, тут уже некого доставать. А, вот этого чувака можешь достать. Кому помогать? Вон, доставайте.
Вон ползает. Жук. Пошел ты. Так, а где стоит, судя по всему, политик, которого мы щелкали со снайперской винтовки с той самой тюрьмы. С очень хорошего задания. Очень прекрасная миссия. Ну да ладно, потом я тебя как-нибудь щелкну, когда буду перепроходить игру. Так, что же у нас еще? Также я помню про автостоянку. Что там что-то было из описания. Что как-то там было связано с автостоянкой. Там есть какая-то то ли типа мини-миссия. Так, главное, чтобы они... Давай, 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 раз-два, раз-два. Бежим сюда. Куда нам, куда же еще? Где что-то еще что-то есть? Я там читал, но там, знаете, как много текста. Антоха вообще сидит, строчит прям этот текст. Прям его там дофига. Там откроешь инструкцию. Там, по-моему, даже по Alive моду эту инструкция меньше. Там столько всего вообще написано. Прям охренеть можно. Вот, и теперь надо вспомнить, где же я еще кого-то видел. Добрый день, мистер полицейский. Давай подними ублюдков по тревоге. Блин, бегите сюда быстрее, там сейчас как трамвай их. Они, то есть, получается, они никого не боятся. Ни смерти, ни копов, ни гангстеров. Но зато какой-то трамвайчик нахрен всю мою шайку может просто за секунду снять. Ладно. Бежим тогда, что пока что дальше. Посмотрим, что у нас у Лукаса. Ну, у Лукаса, наверное, ничего такого. Там, наверное, просто машинку отремонтировать. Может быть, есть сам Лукас, Опа. Теперь мы с тобой разберемся. Ой, а чё так FPS просел? Ёптить. 14. Чё за дичь? Куда делся FPS, когда я к тебе только пришел? FPS аж упал, твою мать. Лукас, разберись. Реально 20 FPS. Чё за дичь? Ну-ка, а если мы вернемся обратно? Ой-ой-ой. Ты игра так просела, люто. А что случилось-то, я не понял. Мои кореша аж застыли. Бедолаги. Чуваки, вы не знаете, почему у меня так FPS просел? Попался. Так, кто стреляет? Кто стреляет моего Юрика? Опа! На том острове какая-то дичь. Но сначала мне надо решить проблему с FPS-ом. Секундочку. Короче, чуваки, FPS немножечко устаканился. Сейчас он стал более-менее нормальный, потому что там просело вообще по-лютому. Я пытался сбегать, сохраниться, перезапустить игру, но у меня это не получилось, потому что я пытался сохраниться, и мне пишут: «Надо стряхнуть копов». Надо стряхнуть копов. С учетом того, что я вроде был как без копов. Судя по всему, копы докопались до кого-то из них. И из этого не мог сохранить игру. Вот. Я, короче, сюда вернулся. Я их потом еще ждал минут 10, пока они все придут. Они, короче, куда-то делись. Они куда-то ходили. Но вот куда, мне пока неизвестно. Ну да ладно. Что здесь произошло? Здесь ни хрена не происходило вроде бы, пока меня здесь не было. Правильно же? Так, ну там сраная авария, какие-то утырки, короче, ублюдки, мать твою, и все такое. Ладно, чуваки, погнали тогда искать еще приключения на жопу. Странно, чуваки, пока что я... Ой, пока я бегал, я нашел странное место, здесь два убитых чувака. Судя по всему, я понял, где эти черти прятались и ныкались. Они пришли в какой-то ресторан, короче, замочили какого-то копа, замочили еще двух каких-то ублюдков. Фига себе, я всего лишь сбегал сохраниться, блин, они тут уже полгорода расхреначили. Какого бы их спросим, хрен... Опа! Кто стрелял, мне показалось. Твою мать, там какой-то поваренок в меня стреляет, ты чё, поехавший что ли? Откуда вообще взялись? Ой-о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 й
Нифига кто-то чересчур меткий. Надо бы этому чуваку меткость бы убавить. Пошел ты! Пошел ты, шаболда! Нифига старая какая везучая, даже ни раз не попал. Так, ну все. Ой-ой-ой-ой-ой, да тут прям Васи много всяких. Вот этот голый мужик, скорее всего, будет... Откуда вообще взялись? Фокусник! Ха! Со снайперкой! Ты что, дурак, что ли, Вася? Ты откуда вообще взялся-то такой? Пошел ты! Почему у ресторана Морелла, ой, у бара Морелла происходила какая-то дичь? А можешь зайти?
Сальери? Какого? Я вообще не знал. Фига тут Сальери пытались убить. Ублюдок, мать твою. Где он? Где Сальери? Вот это явно не мой чувак. Что за дичь, что-то находится около бара Морелло? Фига себе. А, я читал в описании, что, короче... Мент! А тебя не смущает, что я с дробовиком там? Фига себе, какой мент пассивный. Добрый день. Чё с ментом? А это чё за день я тут стоит? Ты нахрен тут вообще встал? Причем мне никто не стреляет. А где Сальери? Здравствуйте. Пошел ты, откуда вообще взялся? Ой-ой-ой-ой. Так. А где реально Сальери? Нафига мужик врезался в меня аж таким грохотом? Во! Сальерич, стой! За мной? За мной! Ты куда побежал? За мной это не валить куда-то за три звезды. А кто это? Ай. В кого они стреляют? А, еще один чертоган приехал, эй, Вася. О, этого можно выкинуть. Ой, он с дробовиком. Ой, разойтись. Паш. Ой. Ой, Полли. Братишка, сорянич. Вот это вообще подстава была. Просто если бы я его не убил, он сейчас кого-нибудь щелкнул. Ну, короче, думаю, мы разменялись. Блин, так-то некрасиво получилось. Я хотел сам его замочить. Блин. Полиныч, прости меня, короче. Ладно, погнали приключения искать дальше. Чё за странная дичь? Менты на меня не реагируют, им вообще насрать. Полиция, полиция, вот она, полиция ваша. Ей вообще пофиг, что кто-то в нее даже дробовика стреляет. Ну, короче, чуваки. Мы освободили Сальери, короче. Осталось еще спасти Сару. Сэма мы тоже спасли. Сара находится на автостоянке. Надо бы как-то оттуда добраться. Так, чуваки, ну после длительной пробежки моя шайка пришла на центральный остров, и теперь мы готовы к беспределу на этом острове. Но сначала надо позаниматься физкультурой. Раз, два, раз, два, раз, два. Все, погнали, спортсмены херовы. Так, что у нас около... Вот что с ментами, мент, почему на меня ментам стало накласть? Что за дичь? Опа! Около садика итальянского. У итальянского, около бара итальянский садик тоже, оказывается, кто-то есть. Судя по всему. Давай, романчик, посипки. Друг, братишка. Так, здесь какой-то говнюк. Ой-ой-ой-ой, Вася, какой-то меткий, короче, я вам хочу сказать. Вот этот вот с кольтиком вроде бы пес какой-то. Так, будь любезен. А, я не успел, ну да ладно. Так. Осторожно! Воу, Сальерич! Сейчас опять будем приседания делать. Мочите ублюдков. Тихо, тихо! Кто вы такие, ваш П, а? Это работяги какие-то, Спарта. Фига он испугался, ты посмотри, видел? Он такой прям аж присел от страха. Так, 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 осторожно, осторожно. Стоянка. Убийство. Иисусе, убийство. Да ладно. Хера себе убийство. Так. Теперь мы держим путь на стоянку. Нам нужно спасти нашего друга, подругу Сару. Чё за дичь? Приехал там мужик, врезался. Ты чё такой вообще неаккуратный? Твою мать, он с автоматом. Ой-ой-ой! Пошёл ты! А это кто такой был? Чё за странные чуваки приезжают ко мне на машинах, врезаются в других и стоят рядом со мной? Что им от меня нужно, этим ублюдкам? Погнали! Так. Трамвайчик. Ой, надо быстрее, чтобы мы не успели перебежать. Ой. Там опять какая-то машина странная, которая сносит всех моих корешей. Чё за дичь? Вот, смотри, едет какой-то дурак, он прям сносит всех. Месье, ты что такой поехавший? Он и меня сносит. Мочить этого козла, ну. Смотри, как главное. Тихо, тихо, он прям реально сбивать собрался. Что-то едет и сигналит. Сальери, ты куда? Ублюдок-то сзади. Ой. Это что такое? Кто это? Опять какие-то странные мужики на машинах. Здрасте. А вы кто?
Это ублюдок с дробовиком! Пошел ты! Кстати, надо дробовик, кстати, этот обналичить. Так, где там дробовичок, чуваки? Меситесь, меситесь. Где мой дробаш? Кто его спер? Не, реально, где дробовик? Эй! Тут дробовик был этого мужика, я сам лично видел. Кто из вас, суки, подобрал его? Вы нашли Смит Вессон. На кой... Иисусе, убийство. Да ладно, вот меня постоянно это удивляет, как они... Иисусе, убийство. Да ладно, ты только что сам его тут завалил нахрен. Иисусе, убийство. Ой-ой-ой! Короче, чуваки, давайте поедем спасать Сару в следующей серии. А сейчас мы посмотрим на автопарк Антохи, который он тут строил, расстроил тут сколько тут мог. Он здесь понаставил кучу различных автомобилей, он даже добавил сюда тот самый трактор. А что, в него нельзя сесть? Бульдозер, в смысле. А не, можно, только почему-то с другой стороны. Ох, эти козырные гусеницы, а чё вид из баранки? Вот, и посмотри, козырный трактор же, не правда ли? Колеса крутятся офигенно, в гусеницах, короче, первые колеса поворачиваются, а задние нет, нормально, да? Ну ничего, как могли, так и делали, но, блин, трактор неплох, жалко, что его официально не добавили, не доделали его до ума. А так он, конечно, классненький. Так, ну пойдем смотреть дальше. Да, Антоха, я не с твоего сохранения играю, но меня не пугает, что здесь машины стоят там немножко неровно, это вообще пофиг, в принципе. Мутаген, он немножко стоит вниз, мордой, я не знаю это почему. Вот, машинки, все абсолютно машинки, которые присутствуют в этой игре, также бигфутики, что такое, эта машинка. Чё за нахер, рот и пал? Охрененно, сосед просто вовремя начал делать ремонт. Просто шикарно, мать твою, а. Вот, собственно говоря, я про болт. Болт с плоскими, болт с круглыми. Пошел ты! Короче, не поверите, но модик вылетел. Первый раз такое вижу на нем. Ну да ладно, первый раз вылет на приключениях Томми. Так, да, дальше мы смотрим. Здесь стоят машинки. Некоторые машинки стоят на рогах, но это ничего такого. Это, короче, ты вот так вот садишься, короче. Антоха скинул сохранку. Свои сохранки, все машины стоят нормально. Это просто как бы он через проку стоял, там все дела. Из этого так было немножко косячно. Так что не обращайте на это внимания. Просто я говорю, что я не хочу ставить сохранку, потому что ее надо будет опять настраивать под себя, все дела. Короче, это не очень. Так что... Просто смотрим. Здесь реально стоит весь автопарк, судя по всему, игры «Мафия». Можно было бы немножко даже подкорректировать ему, помочь. Ну да ладно. Вот, из редких... Он даже все гоночные машинки сюда поставил, ты посмотри. Все красавицы, все болиды тут стоят. Сервер Флетчер, бульдозер, все редкие машинки, все из этого... Из экстрима, все-все-все действительно. Ну, как вы видите, вообще глобальный большой автопарк, где ты можешь приехать и выбрать себе машину по желанию, какую ты хочешь, и покататься на ней. А также Антоха сказал, что здесь есть телефонная будка, в которой можно сохраниться. Вот, и это мне, кстати, было бы неплохо. Пойдем попробуем сохраниться, а то я задолбался не сохраняться. Единственное, что неудобно, что сохраняться действительно, Антоха, можно только в одном месте, это у бара Сальери. Блин, ты представляешь, ты проходишь, короче, прогресс делаешь большой. И потом тебе надо вернуться обратно и опять вернуться к делам. Надо стряхнуть коп. А, ну ладно. Ну, короче, да, он сделал здесь возможность сохраняться. Вот, мы посмотрели автопарк. Вот. И я как бы хочу первую часть закончить, во второй части я продолжу расследование и выяснение всех фишек этого мода. Я как бы тут уже знаю, знаем мы, что надо спасти Сару, потом надо сгонять еще там кое-куда, но я вам покажу это в следующей серии. Ну а на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте и ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.